Как хорошо иметь собственный дом. Всегда об этом мечтал. Я, выросший в городе, особенно сильно ценю силу природы. Благо, что у меня есть возможность ее почувствовать. Сколько раз на своей дороге находил я приют в лесу. Набирался сил и, с грустью оглядываясь назад, отправлялся дальше. Пришло время, пришло время. При выборе нужного дерева я отмеряю его комель сантиметром, чтобы оно не было слишком большим, так как очень тяжелое, и слишком маленьким. В среднем ствол выходит около 70 сантиметров в диаметре. Из инструментов у меня только топор, рулетка, цепная пила и сила воли. Топливом для всего этого служит зов сердца. Затем я начинаю снимать кору с бревен. Делаю это топором, потому что ничего другое ее не возьмет. Очень она толстая, совсем как у дуба. Тем более, что делаю я это зимой, на морозе кора становится каменной. Строю я из сибирской лиственницы. Ее древесина совсем не легкая, по крайней мере, если сравнивать с сосной. Лиственничная древесина устойчива к влаге и занимает третью часть во всем объеме российского леса. В моем случае лиственница перемешана с кедром, примерно 20-80% кедра, так как это северный склон. Лиственница же любит солнце и ей сложно живется среди кедра, здесь и так уже много засохших деревьев. Взяв свою небольшую долю лиственницы на данном участке, я тем самым разряжаю кедровник. Больше света будет поступать вглубь леса, и это скажется на урожае орешков. После спила от дерева делю и напиливаю на 4-метровые бревна. Обычно с одного дерева получается 2-3 бревна. Третья тонкая верхушка хорошо пойдет на перекрытие пола и крыши.
Главный для меня фактор при выборе плацдарма для будущего жилья – это тихое, невидное место, без уклона, чтобы меньше было трудностей при строительстве, так как строю я один. Поэтому и строительный материал должен быть поблизости, чтобы не приходилось далеко таскать. Получается делать от 3 до 5 бревен. Больше нет смысла. Нужны ведь силы и на завтрашний день. Но выходные дни тоже приходится делать, хоть я и не устаю от работы в лесу, ведь тружусь на себя. После того, как ошкурил бревно, я его сразу оттаскиваю к месту строительства. Приходится тянуть около 300 метров.
24 трудовых дня у меня ушло на заготовку бревен с января по март. Полтора месяца с выходными. Примерно из 30 деревьев получилось 60 бревен для сруба и 25 на разные перекрытия. Наступила весна. Заготовкой бревен я закончил. Это был довольно трудоемкий процесс, но впереди еще много интересного и непознанного. Дома я никогда не строил, и это здорово учиться и быть новичком в деле. Главное, что учитель себе я сам. До скорой встречи, друзья, на новом этапе жизни.